Друзья, всем привет! Сегодня речь пойдет о готовой настроенной версии автоматика, которую достаточно разархивировать, скачать вот таких вот три архива. Весят они всего лишь 3,8 гигабайта. И можно уже пользоваться готовым настроенным автоматиком. Но установка Python и Git все-таки нужна, потому что это не портабельная версия. Именно портабельную версию я делать не стал по той причине, что не у всех получается под нее установить некоторые расширения, такие как RUB. Я помню, когда выходило видео про RUB, у многих были проблемы именно на портабельных версиях. Пришлось выпускать даже второе видео, чтобы показать этим людям, как можно на портабельную версию поставить RUB. Не вижу смысла делать именно портабельную версию, потому что Git и Python поставить очень легко. Нет смысла Git и Python загонять именно в автоматик. Этот же архив полностью обновляемый, то есть если вы его устанавливаете, при первом запуске он сразу же обновится, потому что в настройках WebUI UseBet прописан Git Pull, то есть обновление. Зачем вообще нужна эта версия, вы можете спросить. Ну, по двум причинам. Первая причина для тех людей, кто не знает, как это все настроить, то есть они просто скачивают, разархивируют, устанавливают Python и Git и все, пользуются уже готовой версией. Второй случай для тех людей, у которых есть проблемы с установкой. Были у нас такие случаи, что и обычная автоматика, и портабельная не ставятся на некоторые компьютеры. У всех разное железо, разное программное обеспечение, и редкие проблемы тоже бывают, вылезают. Эта версия уже полностью установленная, она может потребовать только обновления. Давайте прям по шагам пройдемся, я покажу, как эту версию установить. Первое, нам понадобится установить Git, скачиваем, нажимаем «Сохранить», переходим на страницу Python, тоже по ссылке я ее приложу, опускаемся вниз и скачиваем 64-битную версию Python для Windows. Нажимаем «Скачать», «Сохранить». В итоге мы скачали два вот таких установочных файла. Запускаем Git, нажимаем по нему два раза левой клавишей мыши «Запустить». Открывается вот такое вот окошко, нажимаем «Next», «Next», «Да», «Next», 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 «Next». В общем, везде «Next». Просто везде нажимаете «Next». Он устанавливается, начинается установка. После того, как все установилось, снимаем галочку и нажимаем «Finish». Дальше установим Python. Python должен быть в версии 3.10.6, 3.10.11 от края. Ссылку на Python я даю на 3.10.6, себе я устанавливаю версию 3.10.6, но в принципе можно установить даже 3.10.11, и также будет все работать. Нажимаем по установочному файлу два раза, выбираем «Запустить». Теперь мы можем просто установить все по умолчанию, но в этом случае мы должны запомнить, где у нас будет находиться Python. Он будет находиться по вот этому пути. Нам вот этот путь сейчас дальше понадобится. Я же предпочитаю устанавливать через Custom, Customize. Здесь мы оставляем галочку напротив Install Launcher for All Users и еще ставим одну галочку Add Python 3.10 to Pass. И я предлагаю все-таки установить Customize. Нажимаем Customize. Здесь все вкладочки оставляем. Нажимаем Next. Здесь ставим Install for All Users. Автоматически ставится вот эта вот галочка. Последние две галочки ставить не обязательно. И при варианте вот Customize мы можем выбрать, а куда мы хотим это установить. Можно установить прямо на диск C. Диск C, двоеточие, обратный штрих, Python 3.10. Нажимаем Install. Все, Python у нас установился. Установка удачна. Нажимаем закрыть. Все, Git и Python мы поставили, больше эти установочные файлы нам не нужны, мы их можем удалить. Теперь в Boost находим ссылку на настроенную версию автоматика. Там будет три вот таких вот архивчика, их нужно скачать. Помещаем эти архивы в нужное нам место, в котором мы хотим видеть наш автоматик. И разархивируем эти архивы, нажимаем правой клавишей по любому архиву, нажимаем Extract Files. И нам показывается путь, по которому у нас будут эти архивы разархивированы. У меня это E, AI, Stable Div. Нажимаем ОК и ждем, пока архивы будут разархивированы. Все, наши архивы разархивировались. Эти архивы у нас весили 3,8 гигабайт. После разархивации папка StableDiff стала весить 7,7 гигабайт. Это не чистый автоматик, там есть некоторые модели, некоторые настройки. Я сейчас покажу, что там есть. Смотрите, теперь после того, как все вот это разархивировалось, мы уже в принципе можем зайти в папку StableDiff и запустить файл WebUIUseBet. И автоматик будет работать при условии, что вы Python установили ту же папку, которую я вам показал, на диск C, и папка ваша называется Python 310. Если все так, то вы прям сразу можете запускать WebUI UseBet, и у вас автоматик запустится. Смотрите, но если Python у вас установлен не на диске C и не вот в такой вот папке, то в этом случае, если вы запустите WebUI UseBet, то у вас произойдет ошибка вот такого вот плана. То есть у вас будет ссылаться на Python, который находится на диске C,
Я сейчас специально здесь поставил другой диск, чтобы вы увидели, какая ошибка у вас может произойти. То есть вот такая вот ошибка. У вас будет вместо L диск C, Python 310, python.exe. А ваш Python, допустим, стоит на диске L или на диске C, прям по умолчанию, если вы установку сделали, то он у вас там в какой-то папке user, там updata стоит, вот, то у вас будет вот такая ошибка, да? И вам нужно указать здесь путь к вашему Python. Делается это следующим образом. Вы открываете папку venv, здесь находите файлик pyvenv.conf, щелкаете по нему правой клавишей, выбираете блокнот или любой другой редактор. Я выберу Notepad++. И здесь вот как раз таки указывается путь к вашему Python. Я сейчас для того, чтобы увидеть ошибку, указал L. Но если будет диск C, то этой ошибки уже не будет. В моем случае Python установлен на диске C в папке Python 310. Я исправляю L на C, нажимаю сохранить и заново запускаю автоматик. VBY use bat дважды. И все, ошибки уже больше никакой нет. Python найден, все в порядке, он будет работать. Но есть один момент. Здесь я не приложил именно модель. Обратите внимание, что папки, в которые вы, вероятно, будете лазить, они помечены здесь вот такими вот иконками. Давайте перейдем в папку Models. Здесь есть папка StableDiff, в которой должны находиться модели. Но здесь модели нету. И если вы сейчас запустите, то у вас на автомате скачается модель 1.5 SD. Если вы только начинаете заниматься автоматиком, то базовая модель 1.5 вам точно не нужна. Поэтому я предлагаю вам скачать сначала какую-нибудь модель, чтобы на автомате не скачивалась модель 1.5. Вы можете зайти на Boosty, и у меня есть уже урок по установке автоматика. Но это классическая установка автоматика. Здесь же есть куча разных ссылок. И вот есть ссылки на модели. Здесь я вам могу посоветовать скачать следующие модели. RPG V4, она весит 2 гигабайта. Level 4, тоже 2 гигабайта. Deliberate второй версии, тоже 2 гигабайта. Тоже еще неплохая модель AML Real версии 2. Она уже весит 4 гигабайта. А также еще неплохая версия Reanimated. Она весит тоже, по-моему, 4 или 6 даже гигабайт. Предлагаю вам скачать сначала какую-нибудь более легкую модель. Допустим, Level 4 или RPG версия 4. Скачивайте. И скачанную модель закидывайте вот в эту папку. Models Stable Diffusion. После того, как вы сюда закинули модель, вы можете вернуться обратно в главную папку. И теперь запустить VBY use bat. Запускаем. Если пройдет с момента того, как я выкладывал эту версию, уже много времени, то автоматик ваш обновится. Вот сейчас даже какие-то обновления проскочили, и автоматически откроется вкладочка с автоматиком. Модель, которую мы скачали и добавили, RPG версии 4, автоматом появилась вот здесь вот. Здесь уже добавлены следующие настройки. SDVI вынесен, ClickSkip добавлен. Автоматически предварительные настройки здесь сделаны. Sampling метод DPM. Плюс 2M Keras по умолчанию будет стоять. Ширина и высота 768, Sampling Steps 23. Если из этих перечисленных настроек вас что-то не устраивает, то обратитесь к вот этому вот файлу ui-config.json. И в нем эти настройки как раз таки все прописываются. Открывайте его прямо в блокноте в любом. И вот здесь вот эти настройки меняете. То есть вот он Sampling метод, количество шагов, размер картинки первоначальной 768, можете 512 прописать или любой другой размер. Дальше здесь стоят уже несколько расширений. Я все расширения сразу здесь загонять не стал. Смотрите, какие расширения стоят. По умолчанию сразу активны несколько расширений. Это Ratio Helper, который позволяет фиксировать пропорции. Это расширение AR, которое позволяет устанавливать ширину, высоту буквально вот одной кнопкой. И пропорции еще дополнительно добавлять. Причем это расширение уже заранее настроено. И у вас уже по умолчанию это все есть в интерфейсе. И для начинающих пользователей я добавил еще расширение StylePile. Здесь можно познакомиться с токенами, художниками. В общем, разберетесь здесь, потыкайте по вкладкам. Достаточно интересное расширение, особенно для начинающих. Сразу же у вас из коробки есть текстовые инверсии. Куча разных текстовых инверсий я добавлять не стал. Чисто такие прям популярные. В общем-то, которые я сам использую очень часто. Они уже с картиночками. И заметьте, размеры иконок уже тоже настроены, маленький текст снизу. Лоры я сразу в архив включать не стал, потому что они весят более 2 гигабайт, а у нас сам архив автоматика весит меньше 4. Я архив с популярными лорами, вот так вот он будет выглядеть из двух частей, приложу прямо к этому видео, тоже на Boost. Вы эти лоры скачиваете, разархивируете и помещаете их по вот этому пути. Models, лора, и прямо вот сюда вот их распаковываете.
По умолчанию в большинстве моделей уже встроен VAE. VAE нужен для того, чтобы раскодировать ваше изображение из латента. После того, как у вас изображение скомпоновалось, оно скомпоновалось не в картинке, а в таком специальном коде. И вот чтобы этот код раскомпоновать, вам нужен VAE. В большинстве моделей этот VAE есть. Но бывают такие модели, когда этого VAE нет, и у вас там получается на картинке какие-то пиксели непонятные битые. Или вообще черный экран. И для этого случая я уже прям в сборку добавил VAE 840. Этот VAE самый популярный. Но если вы больше интересуетесь аниме, там нужен другой VAE 560. Я его тоже приложу к этому видео. В принципе, остальные VAE, они вам не понадобятся, скорее всего. Я, в общем-то, в качестве VAE ставлю автоматик или выставляю вот этот вот 840 VAE. Дальше перейдем на вкладку Image to Image. Здесь у нас в скриптах есть уже Ultimate SD Upscaler. Давайте его выберем. По умолчанию его в автоматике, конечно же, нет. Там обычный апскейлер, SD Upscaler. Это более расширенный. И более того, я в эту сборку уже включил популярные ESRGAN апскейлеры. Они находятся вот в этой папке ESRGAN. 4 апскейлера. Их вам ставить не нужно, они уже есть в этой сборке. Это апскейлер Remacry, Seax, Trazen и UltraSharp. Настройка включена функция быстрой загрузки моделей. И добавлено еще одно расширение Interrogator. Оно у вас тоже будет из коробки. Interrogator расширение нужно для считывания промпта с любого изображения. То есть изображение анализируется, с нее считывается промпт, а в разделе Analyze считываются стили с этого изображения. Еще прям после того, как вы разархивировали автоматик, я вам советую сразу же перейти в Extensions и нажать вот эту кнопку Check for Updates. Этой кнопкой вы обновите все вот эти расширения, которые у вас уже стоят здесь. Зачем это нужно? Затем, что на текущий момент все эти расширения обновлены. Но вы можете скачать этот архив через полгода, к примеру, и эти расширения уже 10 раз обновятся. Также у вас могут какие-то даже ошибки вылезти за счет того, что эти расширения старые. Но, в общем-то, эти расширения не должны ошибку вызывать. Я как раз-таки выбрал такие расширения, которые, в общем-то, не должны ошибки вызвать. Но, тем не менее, после разархивации зайдите в Extensions, нажмите Check for Updates, обновите и Apply and Restart UI. А лучше прям закройте консоль и заново запустите автоматик. Тогда точно должно все стабильно работать. Так, что еще вы получаете в этой сборке? Вы получаете уже готовый файл Styles, и у вас уже есть набор стилей. Это набор токенов сначала идет. Каждая группа разбита вот такой вот записью. Я так уже давно делаю. В самом начале у вас негативные промпты, а в самом конце у вас есть уже готовые стили. Здесь они разделены вот такой вот записью Styles. И вот это уже готовые стили. То есть нажимаете, если сейчас вот ставим, то это уже прям целая запись. Еще в этой сборке вы получаете настроенный файл WebUI UserBed. Давайте его откроем правой клавишей мыши, нажмем «Изменить». Здесь уже прописан Git Pull, то есть автоматическое обновление при запуске автоматика. Здесь написан сбор временных файлов в папку Temp. Папка Temp находится вот здесь. Она может разрастаться, и вы ее можете потом со временем почистить. Здесь прописаны ключи. Автолаунч позволяет автоматически запускать браузер и вкладку с автоматиком. Zaim Dark – это темная тема, по умолчанию она светлая. Disable Safe Ampicle позволяет вам использовать модели из KPT, которые небезопасны, но тем не менее они еще такие существуют. XFormers подключает XFormer. Заметьте, здесь ниже есть еще пометка RAM. Вот все, что за RAM, это закомментированные данные. Здесь есть уже готовые ключи, чтобы вы не искали их, нигде голову себе не ломали. Есть ключ для тех, у кого мало видеопамяти. Это имеется в виду менее 8 гигабайт видеопамяти. Есть ключ MedRAM. И для тех, у кого меньше 6 гигабайт видеопамяти, есть ключ LowRAM. Ключ Listen позволяет расшарить IP-шник в домашней сети и пользоваться хоть с мобильника автоматиком. API позволяет использовать API для разных сервисов, к примеру, в Photoshop там подключить автоматик. И ключ OptSDP Attention – это аналог XFormers. На некоторых видеокартах вот этот ключ быстрее работает, на некоторых XFormers. Я на своей карте ставлю XFormers, у меня 3060. Если у вас какая-то другая видеокарта, можете потестировать вот этот вот ключ и сравнить его с XFormers. Но по умолчанию здесь все настроено, и вы можете сюда даже не лазить. Теперь зайдем в папку Extensions. Здесь есть папки, это расширение, которое уже у вас установлено в автоматике. Есть архивы. Вот архивы – это не установленное расширение. Для того, чтобы такие расширения установить, вам просто нужно нажать по этому архиву правой клавишей мыши и выбрать Extract Files.
Разархивируете, нажимаете ОК. И все, после разархивации у вас это расширение уже автоматом будет установлено. Вам останется только перезагрузить автоматик. Давайте расскажу, что за дополнительное расширение я здесь добавил. Tag Complete – это автоматическая подсказка по промпту. То есть вы начинаете набирать, допустим, Woman, W набрали, и он вам сразу же подсказывает варианты. То есть Wave, Woman, там, что по алфавиту идет у него. Достаточно удобное расширение. A-Detailer позволяет прямо при генерации распознавать лица и отдельно их детализировать прямо инпейнтом после генерации на автомате сразу. Multi-Diffusion Upscaler – это что-то похожее на Ultimate SD Upscaler, но с более широкими настройками. OpenPose Editor – расширение, позволяющее создавать свои собственные позы для Control.net. Обратите внимание, что Control.net я здесь не прикладывал, и расширений, модели здесь нету. Если вы его хотите установить, то Control.net, у меня есть вот такое вот видео на Boosty и в YouTube. Здесь приложены все ссылочки на модели, где что скачать. Я думаю, вы разберетесь. Просто это отдельная тема. Установочный архив, автоматика, это смысла включать нет. Этот Control.net весит в разы больше, чем весь этот архив с автоматиком. Чтобы на Boosty найти вот такое вот видео, здесь есть поиск найти. Забиваете прям Control.net, и вам выдаются все видео, которые содержат в тегах Control.net. Это очень удобно. Пускаете здесь пониже, и вот видите вот такое вот видео. У него как раз таки хэштег Control.net 1.1. Это на данный момент актуальный Control.net. Canvas Editor и Photopea – это специальные редакторы. Photopea больше похожа на Photoshop, а Canvas Editor – это сборщик различных плакатов, визиток, ну и разных картинок с текстом. Очень, кстати, интересный редактор. Diodify – это расширение, позволяющее нецветное изображение сделать цветным. Вот такое вот видео есть на YouTube и в Boosty. Здесь как раз таки рассказывается про Diodify и вообще как апскейлить изображение. Prompt All-in-One – это расширение позволяет вам писать промпт на русском языке и по щелчку Enter автоматически получать перевод. И потом у вас еще под каждым английским токеном будет перевод на русский язык или на любой другой язык. Regional Prompter – это расширение позволяет описывать ваше изображение по регионам. То есть, к примеру, в верхней части вы пишете небо, в нижней части – речка, посередине – песок. Или, например, у вас слева аквариум, справа женщина, посередине сверху телевизор. В общем, вот такие вот задачи позволяет решать вот это вот расширение. В общем, в Boosty можете тоже ввести в поиске Regional, и у вас высветится вот такое вот видео. Regional Prompter. В общем, после того, как вы разархивировали вот эти архивы, вы их можете удалить. Они вам, в принципе, больше не нужны. В общем-то, вот такое вот готовое решение по автоматику. Я думаю, оно будет многим полезно, особенно начинающим пользователям. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на наш канал, заходите к нам в ВК, в Телеграм, а на Boosty у нас к видео, как всегда, приложены все ссылки. Видео разбито по временным интервалам. Как всегда, всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.